Так, кажется, все готово к празднику. У нас сегодня важная дата. 600 дней, как наши хозяева дома подписали самую выгодную сделку за последние 80 лет. По условиям этой сделки хозяева получили ни много ни мало целую страну. Некоторые детали мне известны. Я с гордостью о них расскажу. Эта сделка называется «Ленд-лиз». Какие два слова объединяют Рузвельта и Байдена? Все верно. «Ленд» и «лиз». Спустя 77 лет, прямо 9 мая, Байден подписывает договор о ленд-лизе для Украины. Только разница в том, что ставки в игре под названием «Ленд-лиз 2» выше, а риски для американских инвесторов ниже. Документ под названием «Закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине» 2022 года был внесен в Конгресс США еще до начала проведения специальной военной операции, а именно в январе 2022 года. Видимо, Америка каким-то образом заглянула в будущее. 3 мая 2022 года большинством голосов Палата представителей Конгресса США одобрила закон о новом ленд-лизе. По сути, этот закон должен был работать аналогично ленд-лизу времен Второй мировой войны. Украина возлагала на него огромные надежды, ведь в 90-е годы было популярно мнение, что без поставок союзников СССР не смог бы победить. Владимир Зеленский говорил о новом ленд-лизе следующим образом. «Сегодняшнее подписание закона о ленд-лизе – это исторический шаг. Я убежден, что мы снова победим вместе, и мы защитим демократию в Украине и в Европе, как и 77 лет назад». Как вы помните, сумму долга по прошлому ленд-лизу высчитывали по результатам оставшихся после войны пригодных товаров и на основе прецедента. От последней поставки и до погашения формальной части денег прошло без малого 60 лет. В новом ленд-лизе появились, казалось бы, на первый взгляд несущественные, но по факту очень важные обстоятельства. Во-первых, значительно упрощена процедура предоставления помощи без лишней бумажной волокиты. Америка сдает свое вооружение Украине и другим странам Восточной Европы в аренду. Во-вторых, в законе не указан срок возврата уцелевшей техники. Политический аналитик Института Катона Джордан Коэн понятным языком объяснил суть нового ленд-лиза. Без закона о ленд-лизе при взятии военной техники в аренду Украина должна вернуть ее США в течение 5 лет и возместить ущерб за любые ее повреждения. Законопроект отменяет подобные ограничения. Казалось бы, настоящая щедрость. Получается, что можно использовать оружие сколько угодно и не платить за ущерб или повреждение. Но США все равно положенное по праву заберут. Дело чести, сами понимаете. Если вы забыли, когда же спустя 60 лет США получили советский долг и оплату золотом в годы войны, то смотрите наш предыдущий выпуск. Я слышал от некоторых экспертов, что Украина будет оплачивать долги с помощью замороженных в Европе российских активов. Речь идет об огромной сумме в 300 миллиардов долларов, находящейся в европейских банках, которые оказались недоступными после введения санкций в марте 2022 года. Но российские активы продолжают лежать без движения в качестве страховки самой Европы против ответных российских санкций на поставку энергоресурсов. Также считается, что таким образом удается оставить окно для переговоров с Россией. Второй вариант – это выплата по так называемому обратному ленд-лизу, когда оплата осуществляется ресурсами или товарами, что-то вроде бартера. Это мы уже видели ранее в годы Второй мировой. Тогда США взамен на поставки получали товары и транспортные услуги, а также обслуживание военных баз. На 90% обратный ленд-лиз обеспечивался Великобританией вместе с ее колониями. Это были как высокотехнологичные изделия военного назначения, так и обслуживание и снабжение американских баз на территории Британских островов. Австралия и Новая Зеландия обеспечивали базы США на юге Тихого океана сельхозпродукцией,
а СССР поставил 300 тысяч тонн хромовой и 32 тысячи тонн марганцевой руд и большие запасы платины, золота, дерева и других ценных материалов. Кажется, сегодня обратный ленд-лиз для Украины во многом заключается в трансформации зерновой сделки. Дешевое украинское зерно хоть и не перекроет многомиллиардный долг, но поможет частично погасить начисляемые проценты. Третий вариант – так называемый британский вариант. После окончания Второй мировой войны и потери статуса империи, Британия полностью не смогла оправиться. Парадоксально, но чтобы вернуть долги с Лондона, Америка, наоборот, простила их по ленд-лизу британскому правительству. Правда, с небольшим «но». Взамен она выдала кредит на восстановление Британии общей суммой в 4,3 миллиарда долларов. Британцы были безмерно рады, но эйфория быстро прошла. По факту, из-за высоких процентов Британия едва могла обеспечивать плату за обслуживание долга. Гасить же кредит было попросту нечем. Рассчитаться с США довольно небедный Лондон смог только в декабре 2006 года. По некоторым подсчетам, поставки Украине уже исчисляются 160 миллиардами долларов. По прогнозам МВФ, госдолг Украины к 2025 году составит 100,7%. Так как же Украина сможет вернуть такую огромную сумму, а главное, когда? Ну, судя по всему, никогда. Ведь по новым условиям в окончании Ленд-Лиз 2 инвесторы не заинтересованы. Так почему же это считается по-прежнему выгодной сделкой для США? А потому что есть и четвертый сценарий возврата такого огромного долга. Какой? Смотрите в следующем выпуске.